I've decided that we, the legitimate teachers, have to really now teach all of the students the real techniques. And that's what we are going to do. We want everyone to learn their basics and keep good manners, good protocol, good ethics, good morals, but we also want to teach the students how they can survive and flourish in life and in the streets. В настоящий момент с рассветом смешанных единоборств, с легкому доступу к этим школам, а также с количеством негодяев, которые нас окружают, люди, которые используют эти навыки, появилось очень много людей, которые используют навыки, боевые смертельные навыки во зло. И сенсей говорит, что именно сейчас он считает, что нужно объединиться настоящим учителям боевых искусств, чтобы доносить до людей настоящую этику боевых искусств, поведение в боевых искусствах и при всем при этом учить людей стоять за себя.